человека за решеткой разум работает иначе. Он видит все по-другому. Чтобы сбежать, нужно помнить о трех вещах. Достать план здания, запомнить распорядок дня и заручиться поддержкой извне или внутри. У нас беглец! Руки вверх, живо! Запускай. Рэй Бреслин способен сбежать из абсолютно любой тюрьмы. Мы разрабатываем прототип тюрьмы, способный удержать любого, кого правительство сочтет нежелательным. Людям, финансирующим нас, важно знать, что оттуда невозможно сбежать. Есть человек внутри. Охранник Роджер Марш. Когда приступаем? Сейчас. Добро пожаловать в новый дом. Меня зовут Хоббс. Хоббс? А где натиратель Марш? Понятия не имею, о ком ты. Теперь это твоя жизнь. Назад пути нет. Заведи друзей, пригодятся! А ну назад. Ты кем был, прежде чем попал сюда? Я сбегал из тюрем за деньги. А с виду, болван? Ты тоже. Нам заплатили за то, чтобы ты здесь сдох. Сигнал Рэя пропал. Куда он делся? Это мир теней! Кодовое имя могилы. Скорее всего, Рэй прячется там. Где там? Я не знаю. Меня подставили. Кто-то хотел похоронить меня. У тебя есть выбор. Ты либо сдохнешь здесь, либо выберешься и отомстишь тем, кто запер тебя сюда. Я выясню, кто, и выясню, зачем. За дело. Нам нужна диверсия. Ясно. Пьешь как вегетарианец. Другое дело. Что он задумал? Побег. Процесс блокировки запущен. Тащите крыс обратно в клетки. Если я не выберусь, я убью тебя. Согласен. Ваше время вышло! Скажи тем, кто посадил меня сюда, что я спалю это место дотла.